Вот я стою в школе имени Горького. Памятник на месте стоит. Кто учился, а в вечернее время тут внучку встречаю. Ну, решил заснять. Вот. Кто учился в этой школе, вспомните, что памятник не убрали, так он и стоит. Ну, окружение, конечно, снимать сложно. Здесь ничего не видно. Вечернее время. А хотя бы вот эту вот часть посмотрите и то вспомните. Это уважение к великому писателю советскому. Ну, всего вам доброго.